В рамках партийного проекта «Городская среда» во Владикавказе на улице Бородинская благоустроили дворовую территорию. Теперь там новое асфальтовое покрытие, лавочки, урны и даже обновленная канализация. Жители дома признаются, проделанной работой довольны. Остались и некоторые недочеты, которые в скором времени тоже надеются устранить. Подробнее обо всем Сабина Гатагова. Еще две недели назад здесь не было ни новой дороги, ни надежного освещения, ни скамеек. Жильцы дома на улице Бородинской своими силами поддерживали порядок во дворе. Но в обновлении все нуждалось давно. Арсалан Албуров, как и другие дети, живущие в этом доме, любит кататься на роликах, велосипеде, играть в футбол, рассказывает. Теперь проводить время во дворе стало еще лучше. Вот каждый день я катаюсь. Все дети нашего двора. Любят кататься на велосипедах. А на каком лучше, на старом или на новом? На новом. Многоквартирному дому на улице Бородинской более 50 лет. За это время его ни разу капитально не ремонтировали, так же, как и двор. Теперь в рамках проекта «Единая Россия. Городская среда» во дворе не только уложили новый асфальт, но и решили проблему с канализацией. Мягкие грунты, и как бы начало проваливаться, асфальт начал проваливаться. И у нас проблемы появились. Ну, мы опять же тоже сами пытались как-то с этим бороться. Но благодаря опять же вот этим людям, они, значит, тоже сделали канализацию нам, оставили лотки новые, там все сделали как бы. Дом 67-го года, насколько я помню, 53 года дому. И вот такую капитальную и канализацию капитально отремонтировали, и вот новый асфальт капитально сделали. Ну, я же говорю, вот первый раз вот такое внимание нам уделили. И вот хотим от всех жильцов этого дома поблагодарить Битарова Заура и Кокоева Артура. Преобразованием жильцы дома рады, однако отмечают, что проблемы еще есть. В благоустройстве нуждается этот въезд во двор. Ремонта здесь не было уже более 40 лет. Штукатурка осыпается прямо на машины. Жильцы надеются, что этот вопрос со временем будет решен. Всего в этом году в Северной Осетии уже благоустроили 127 дворов и 38 общественных зон. Из них во Владикавказе 110 дворов и 16 общественных территорий. Каждый год проводим встречи с жителями района и собираем информацию, и на следующий год начинаем работу. В любом случае, если поступит обращение, мы будем этим вопросом заниматься. Современная городская среда должна быть безопасной и комфортной. Создание благоприятных условий для граждан – одно из приоритетных направлений партии. Реализовывать проект будут и дальше. Сабина Гатагова, Лансуанов, Хедагапоев. Новости Осетии.